Посылочка от Мыла Опт. Заказала первый раз. Посылку собирали в течение 5 дней. В принципе, это быстро. Не то, что я читала на отзывах. Но единственное, что я заказала наложенным платежом. Может быть, так быстрее собирают. Итак, стеклянная палочка. Медный стаканчик на 400 миллилитров. Масло миндальной косточки. Масло кунжута. Сода пищевая, килограмм. Масло какао, лимонная кислота, килограмм, соевый воск, гранулки такие вот умеренные, твердые. Кукурузный крахмал, масло ши рафинированное, килограмм, кокосовое масло твердое, ну когда ехала уже мягкая, упаковано хорошо, ничего не протекло. Масло пальмовое, тоже мягенькое, жарко на улице. Так что это пальмовый воск, консистенция как манка. И так. Фитиль 2 миллиметра, 10 метров, и 1,5 миллиметра опачки. Должно быть 10 метров. Указано метр. Угу. Сладкий. Вот покажу сюда, чтобы там было, что там метр. Отдушка. Сладкий миндаль. Очень уж сладкий. И отдушка Гавайи. Не знаю, еле слышный аромат, не то что миндаль.